Пользуясь случаем, хочу передать привет моим друзьям, с которыми я вместе когда-то учился с Новочебоксарска. Владе Кулиеву, надеюсь, он меня помнит. Света Куликова, сейчас не знаю, как фамилия. Ну и остальным ребятам и девочкам тоже. Какие пожелания? Пожелания здоровья, счастья, добра. Всего самого хорошего. Ребята, всем привет. Большой привет мим-театру «Дождь» от нашего Гардемарийского драматического театра. Ребята, мы вас любим. Я хочу поздравить своего сына с днем рождения и пожелать ему всего самого наилучшего в жизни. Как сына зовут? Когда день рождения у него? Сегодня. Егором зовут. Хочу передать привет маме, бабушке, там, отцу, одноклассникам своим. Ну и все, наверное. Праздники еще далеко, но вот будет Благовещение, потом Вербное воскресенье. И вот я как бы всех с этими праздниками поздравляю. Потом будет Пасхальный день там тоже. Ну, всем знаком, с кем работала, своим детям, внучкам и всем горожанам. Потому что я живу здесь с 79-го года. Так что знакомых тут полно. Ну, кто узнает меня, всем большой привет. И пожелания. Всех помню. С кем работала, пожелания какие, здоровья в основном, ну и благополучие, чтобы молодые люди нашли себя, нашли работу и были счастливы в семье, благополучие. Передаю привет маме, папе, бабушке, кошке, собаке, попугаю, друзьям, ну все. Что им желаете? Счастья, здоровья, взаимопонимания. Поздравляю своих близких, знакомых, подруг, которые соцобслуживание, которые я с ними работала. Всех я поздравляю. И вас тоже поздравляю. Спасибо. С наступающим вербным праздником. Хочу передать привет всем моим родным, близким, семье своей. И пожелания. И пожелаю всего хорошего, здоровья, главное, здоровья. Долгих лет жизни. Мы в ваш город приехали с гастролями с Гардемарийского драматического театра, город Козмодемьянск. Выступаем в театре «Дождь», театр «Мим». И нам очень нравится ваш светлый город, очень чистый, гостеприимный. Дети очень тоже гостеприимные, веселые, все это нравится. И также передаю всем своим друзьям, всем своим коллегам огромный привет. И пожелания. И пожелания любви, здоровья и всего самого наилучшего. Всего хорошего, здоровья, удачи. Кому? Всем новочебоксарцам, всем, кто знает меня. Кого отметим? Кого отметим? Не знаю, всех, кого отмечать лично. Детей своих, сына Ивана, дочку Софью, племянницу Любашу. Хочу передать привет супруге своей, кому еще? Дочь. Вы супругу выделяете? Дочь. Какие пожелания? Здорово были, главное. Большой привет опять, я тоже мим «Дождь». Спасибо большое за приглашение. Теперь мы вас приглашаем. Творческих успехов вам и здоровья. Я хочу передать привет своим подружкам. Можно, да, назвать имена? Анжеле, Назе, Лене, своей родной сестре Наташе. Ну и всем моим другим подружкам и друзьям. Все. Какие пожелания? Ну, желаю им здоровья, семейного счастья, любви, процветания, финансовой стабильности. Хочу передать привет своим детям, дочке, сыну, внукам. Здоровья, счастья пожелать. И с наступающей Пасхой поздравить. Всем я желаю
нашим новочебоксарцам всего-всего самого хорошего, доброго, удачи, здоровья, всего, всем. Моим родственникам и всем-всем, кто меня знает и не знает, всем желаю. Мира, добра, здоровья, удачи, всего-всего самого доброго. Хочу передать привет дорогой женщине Людмиле Геннадьевне. Желаю крепкого здоровья, успехов в жизни и личного счастья.